Всем привет, ребят! У нас сегодня очередной коллекционер, очередной роллинг моего подписчика аккаунта Артура, с которым я уже давным-давно должен был паролить, но все никак не могли выйти на связь. В общем, поехали! Поехали ролить. У меня роллинги сегодня какие-то бешеные, чумовые. Я надеюсь, они вам тоже понравятся. Но просто отпадные роллинги получаются. У нас есть 100 тысяч самоцветов. Гулливер. Вот такой он себе выбрал ник. Находится он в гильдии No Limits. Кидайте заявочки, вступайте. Новая гильдия. Каждый день за вход по 150. Зеленый босс 23.30. 1.50 человек. Я надеюсь, вы кинете заявочки, вступите. В общем, поехали. Смотрите аккаунт. Что у нас тут интересного есть? Донатный, бездонатный. Накопленные самоцветы. Понятно, терпения хватает у людей. Поехали, посмотрим, что по героям. Что почем. Такс. Осмо. Трифит. Командора. Ледяха. ПБшка. Оккультист, Землеройка, Свалин. В принципе, довольно-таки неплохо. Надеемся, что мы сегодня трэшанем. Поехали. Сноу. Сноу — это хорошее начало. Рыцарь тоже обалденно. Если будет такой же роллинг, как и на предыдущем аккаунте, пусть падает. Мне не жалко. Так, пора, короче, раскрыть эту... Махатма. Махатма у него, по-моему, есть, да. Хорошо, за 150 Махатма. Окей. Просто изи, ребят. Просто нахрен изи. Поздравляю, оккультист уже есть. Супер. Ну, начало хорошее. Укротитель. Капитан Дрейк, тыква. Афинка. За Афинку не помню. Рино. Укротитель. Трифит. Отлично. Фух, уже знаете, начало радует. Так, Трифит, оккультист. Это радует. Надо еще Космо вытащить. Космо надо. Зефирка надо. Все надо. Да блин, самого оккультиста вот реально очень крутой герой. Мне он очень нравится. На таких аккаунтах бездонатных он будет просто топовым. Но Космо надо тоже. Без Космо мы тоже отсюда не должны уйти. Капитан Рогатка. Укротитель. Минзик. Паладин. Вот я уже не столько боюсь паладинов, как раньше. Паладин, паладин, паладин и нифига. Бугимен. Буги-вуги. Ну, здесь это все и есть. Бугимен нам нужен был. На предыдущем аккаунте как-то так странно падает, вечно, знаете, не попадаем. Сейчас по-любому должны вытащить какую-то недостающую имбу. Так, рандомчик, я надеюсь, успокоился. Еще один бугимен. Блин, бугимены выпали за всех предыдущих, там не было бугименов. Сердцеедка. Химка. Бигфут. Блин, ну тьфу-тьфу, но герои падают сегодня. IGG молодцы, что-то подкрутили. Суккубчик. Малышник. Королева Гарпий. Так. Череп. Черепифея. Блин, черепа начали падать.
Валентина. Афинка. Так. Предыдущий владелец рад. Кто смотрел предыдущий видос, я их по очереди всегда выпускаю. Владимира. Он мне написал, что типа, ну, капитан Рогатка или Дяха, типа, ну, и это хорошо. Слили 130к самоцвета, и он посмотрел на склад и такой, ну, блин, ну, и то хорошо. А там, блин, просто чумовой, кто не смотрел, обязательно посмотрите, какие там герои упали. Он просто аут полный. Он такой пишет, ну, нормально, я ржу. Я говорю, да, вполне нормально. Склад посмотрел, теперь алтарь посмотри. Так, окей. Сердцеедка. Оккультист это, конечно, классно. Но надо еще что-то. Одержимый фараон. Ну не это надо, ребят. Призрачный всадник нам тоже не нужен. Нам нужен космо. Фрэнки. Малышник. Заклинательница. Свален. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ух. Есть. Еще землеройку надо вытащить, ребят. Землероечку. Блин, ну ледяха надо. Ледяха либо космо. Ледяха либо космо. Вот это надо нам очень. Леди Лео. Командорка. Огонь. Сукупчик. Командорки у нас тоже нет. Так. Так, страсти накаляются, ребят. 28к. Два героя надо. Вот именно хотя бы одного. Я не говорю уже про двоих. Два, конечно, было бы круто. Но я хотя бы одного хочу. Гаргул ниндзя. Ара. Ну, рандомчик, давай. Анубис падает. Афинка опять падает. Жесть героя, конечно. Профессор Рибет. Ведьмочка. Блин, вот хотя бы одного из двух героев, они вот реально очень похожи. Ну, как бы они разные, но вот сама суть героев этих двоих, что тот хорош. И вот они надо на любом аккаунте. Давайте в райд сбегаем. Ну, уже радует, что у нас есть Свален, у нас есть Окулист. Это уже хорошо, есть Командорка. Давай, рандомчик. Еще одна командора. Ну, и так тоже неплохо. Рыцарь. Асса. Ну, давай, не ледяной. Бугимен еще один. Короче, рандомчик нас решил потроллить. Жестко. Реально жестко, ребят. Так, ну что, здесь мы собрали все. И здесь мы тоже, в принципе, все собрали. Раз, два. Супер. Просто изи. Такс. Поехали посмотрим по героям. Ну, что я могу сказать? Чудный роллинг. Я надеюсь, он будет доволен. Конечно, к сожалению, мы не получили
два, три. Мы не получили Космо либо Ледяхи. Вот их бы, конечно, сюда выбить вообще был бы тоже топовый роллинг. Но мы получили Окулиста. Окулист тащит. Блин, ПБшки тоже нет. Землеройка. Ну, это такое. Раз на раз не приходится, но герои, в принципе, довольно-таки хороши. Такс. Ваши подарки. Ремку давайте. Воодушка. Блин, для бездоната все. Все в кайф. Чик. Афинка еще одна повторочка. Ну, ему с этих героев тут. Ронин. В общем, вот так вот, ребятушки. Поздравляем. Бастик. Ну, почему бы и нет. Поздравляю, вот такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.